Добрый день, вы смотрите «Итоги недели» телеканала «Правда ТВ». Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Аппаратное совещание на этой неделе провели в детском автогородке Улгу. Место выбрали не случайно. На этой неделе большое внимание уделено реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Привели статистику смертности на дорогах, наметили пути решения проблем. Подробности в материале Егора Титова. Аппаратное совещание проходило в детском городке Улгу и началось с выступления юных инспекторов дорожного движения. Недавно они заняли второе место на Всероссийской олимпиаде среди школьников по безопасности дорожного движения. Юными инспекторами была задана основная тема аппаратного совещания. В области началась тематическая неделя национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Показатель социального риска по итогам 10 месяцев составил 10,5 погибших на 100 тысяч населения. Это удовлетворительный результат. Но тем не менее, как мы все время говорим, что любая гибель, любое дорожно-транспортное происшествие – это громадная боль и невосполнимая потеря для наших жителей. Поэтому мы должны с вами сделать все, чтобы таких дорожных происшествий было как можно меньше, а в идеале вообще не было. К 2024 году по нацпроекту количество смертей должно свестись к 4 человекам на 100 тысяч, а к 2030 году – к нулю. Для этого в области делается многое. Приводится в порядок дороги. Отремонтировано 50 участков областных и федеральных дорог общей протяженностью 112 километров. По сокращению дорожно-транспортных происшествий Ульяновская область вышла на 4-е место в Приволжском федеральном округе. На следующий год запланирован большой объем работ. Почти 9 миллиардов рублей будет выделено на ремонт и строительство новых транспортных путей. Планирован ряд мероприятий с инженерной точки зрения. Это и светофорное регулирование, это и нанесение разметки. В том числе мы увеличиваем на региональной сети дорог нанесение разметки термопластиком. Это более длительный срок эксплуатации. Это и установка дополнительных дорожных знаков, барьерного ограждения удерживающего. Это обязательно устройство уличного освещение на автомобильных дорогах для того, чтобы избежать травмирования пешеходов в ночное время. Отдельное внимание уделяется введению интеллектуальных систем на дорогах. В первую очередь это касается установки камер фото- и видеофиксации, систем весогабаритного контроля и метеостанций. Цифровые сервисы призваны помочь в отслеживании работы общественного транспорта. Губернатор привел в пример Московскую область, где вопросы пассажирских перевозок решаются быстро и качественно с помощью интеллектуальных систем. Мы были в центре управления регионом, там живьем видно эту маршрутку. Там все, значит, на каждой остановке видно. Отметилось, не отметилось, работало, не работало, так сказать. Там какой внешний вид, там водители, так сказать, и все остальное. А у нас вроде бы вот что-то есть, а жалоба, вот тоже, она. Тоже есть. Тоже есть. И никто за это не несет ответственность. Центр управления регионом продолжает создаваться в Ульяновской области. Было заключено соглашение о сотрудничестве с Подмосковьем. На первом этапе внедрения новой системы москвичи будут осуществлять сопровождение проекта в Ульяновске. Центр управления регионом – это тот инструмент, благодаря которому мы получаем возможность перенастраивать процессы внутри отраслей, оптимизировать текущую работу под запросы общества и, как следствие, повышать эффективность работы органов власти. На аппаратном совещании было представлено мобильное приложение «Ульяновские стройки». Оно станет частью формирующегося центра. На интерактивной карте соберут всю информацию по строительству в регионе. Приложение позволит также выявлять самовольные объекты. Оно заработает уже со следующего года. Что же касается дорог, то участники аппаратного совещания выслушали предложения законодателей по вопросам формирования программы безопасного автодорожного движения. Все, что касается подходов к детским садам, к школам, домам культуры, к больницам, именно так называемые, как мы говорим, народные тропки и площадки для парковок, с нашей точки зрения, вот в этих муниципальных перечнях и в данной программе на 2020-2021 года должны стать приоритетными, потому что именно к ним ходят и подъезжают ежедневно сотни тысяч, десятки тысяч людей. Ну, промониторить, я уверен, наверное, и у ГИБДД, и у министерства есть такие данные, где возможно, единственным выходом, ну или может быть идеальным выходом, было бы установление наземных пешеходных переходов, где многополосные движения, понятно, это что дело такое дорогое, но еще раз говорю, там, где это необходимо, надо прикладывать эти усилия. Губернатор призвал активнее заниматься формированием кадрового резерва в области.
Глава региона отметил, что сроки приема заявок на конкурс «Региональные лидеры» продлен до 20 декабря. А на сайте Общественной палаты будет запущен аналогичный конкурс для гражданских активистов. Он пройдет в декабре, а результаты подведут до марта. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ. В продолжении темы безопасности на автодорогах в правительстве Ульяновской области обсудили проекты, реализуемые на территории региона. На совещании собрались заинтересованные министерства и ведомства. Еще летом на дорогах Ульяновской области складывалась неутешительная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых гибли люди. Но сегодня, как подчеркнул председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, картина изменилась в лучшую сторону благодаря проводимым многочисленным мероприятиям в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если раньше нас ругали за дороги, за качество дорог, то здесь уже отношение самих водителей и то, как они себя ведут на дорогах, то, в каком состоянии они садятся за руль, уже становится, так скажем, основным мотивом появления этих дорожно-транспортных происшествий. По словам начальника госавтоинспекции региона Геннадия Полухина, наибольшее число происшествий с тяжелыми последствиями зарегистрировано в результате нарушений водителями правил дорожного движения. Каждое 14-е ДТП произошло из управления транспортным средством в алкогольном опьянении. Правда, по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество таких ДТП уменьшилось на 25% и количество погибших в них снизилось на 15%. По состоянию на 10 месяцев текущего года, значит, удалось снизить количество ДТП в местах совершения, которые выявлены недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на четверть, на 25% в абсолютных цифрах с 453 до 337. В Ульяновской области усилят работу по повышению безопасности дорожного движения. Сегодня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе реализуются 3 федеральных проекта. Об этом на совещании напомнил министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин. На эти цели выделены огромные средства как из федерального, так и из регионального и муниципальных бюджетов – более 2 миллиардов рублей. Я сегодня уже могу смело говорить о том, что все показатели по данному национальному проекту, который предусмотрен на текущий год, у нас выполнены. Опасений каких-либо по тому, что до конца года у нас что-то еще изменится, вот по данному федеральному проекту нет. В целом, проект «Дорожная сеть» у нас включает в себя мероприятия по ремонту автомобильных дорог и по проведению инженерных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Для обеспечения безопасности движения на дорогах области применяются новые технологии. Так, в регионе идет замена краски, которую используют для разметки на термопластик. Он более надежный и прослужит несколько лет. В этом году новую горизонтальную разметку удалось нанести на 342 километрах дорог. Наезд на пешеходов в темное время суток наиболее частое дорожное транспортное происшествие в населенных пунктах. Поэтому в 2019 году активно велись работы по устройству уличного освещения на 13 участках автодорог общей протяженностью более 22 километров. В результате в 7 раз увеличены темпы по обустройству уличной сети по сравнению с предыдущими годами. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ. За 10 месяцев 2019 года число ДТП на дорогах Ульяновской области сократилось на 6,5%, а количество погибших в результате аварий – на 6,4%. Львиная доля аварий произошла из-за нетрезвых водителей. Региональная автоинспекция запустила мероприятие в рамках проекта «Автотрезвость», куда привлекает в первую очередь молодежь. Соблюдай правила ПДД и будь взаимовежлив на дороге. Разговор о необходимости соблюдения данных правил состоялся в техникуме питания и торговли. Со студентами встретились сотрудники региональной госавтоинспекции и провели интерактив по дорожной безопасности «Автотрезвость». Показали ребятам и специальные очки «Фатальное зрение», с помощью которых студенты на собственном опыте могут убедиться в пагубном влиянии алкоголя на организм. Нарушение баланса и координации движения, изменение времени реакции – все это испытали самые молодые люди, надев очки. Надев очки, ну, во-первых, стало все намного меньше. Намного. Во-вторых, было состояние, как будто я сейчас вот упаду. У меня поменялась координация, я не видел, что у меня под ногами вообще. Организаторы подобных встреч уверены, аварий, в том числе и с участием водителей, севших за руль пьяными, станет гораздо меньше. Мероприятие прошло в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних. Завершая тему автомобильных дорог, нельзя не упомянуть о юбилее, который подкрался незаметно. Президентскому мосту исполнилось 10 лет. 10 лет с начала движения. В честь памятной даты прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти мостостроителей. Наш корреспондент Рената Алюлова с места событий.
Вот так дружной командой! Каждый пролет, каждый камешек был заложен. Дружной командой под бурной овацией на въезде на президентский мост со стороны правобережья открыли памятный камень. Через некоторое время на его месте появится памятник мостостроителям. Монумент посвящен всем тем, кто долгие годы трудился над возведением переправы. Ведь для многих строительство моста через Волгу стало делом всей жизни. Среди таких Виктор Исаевич Васильев, ныне ветеран отрасли, с 1984 по 1990-е года возглавлял Ульяновский горисполком. Именно он в начале 80-х ездил к председателю президиума Верховного Совета РСФСР Воротникову утверждать проект нового моста. Виктор Исаевич с теплом и нотками грусти вспоминает, как приехал первый отряд строителей в Ульяновск и как целыми сутками без выходных на глубине до 25 метров потели рабочие над подводной частью моста. Самая сложная работа, представьте себе, под водой там все это. И работали круглогодично и круглосуточно. И нам удалось вот это завершить, эту часть. А когда уже пришел новый подрядчик, ну, он, ему повезло, он получил финансы. А у нас уже они заканчивались. Васильев сожалеет лишь о том, что мост не сделали вантовым, как планировалось заранее. 1600 метров должны были висеть на пилонах, а наверху все по тому же первоначальному проекту должна была красоваться смотровая площадка. Но несбывшиеся планы не нарушили уникальности постройки. Президентский мост – это 825 метров пролетных строений над водой и почти 13 километров общей протяженности между двумя берегами. До открытия Крымского моста – самый длинный мост в России и один из самых протяженных в Европе по сей день. В 2012 году мы завершили строительство правобережной развязки на пересечении улиц Юности и Роза Люксембург, что позволило подключиться к движению на правобережном мосту. И отрадно, что уже сейчас заключается государственный контракт на строительство левобережной развязки, которая в 2021 году должна быть сдана в эксплуатацию. Новый мост обеспечил надежные транспортные связи центра страны с Уралом и Сибирью. За счет переправы ликвидированы многокилометровые пробки, что позволило разгрузить Императорский мост. Появились новые автобусные маршруты. Сегодня интенсивность движения по президентскому мосту достигает 28 тысяч автомобилей в сутки. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. Раз уж коснулись темы мостостроителей, то упомянем и о социальных проблемах жителей поселка на Нижней Террасе. Местные жители, как говорится, дошли до точки кипения. В середине недели губернатор встретился с жителями поселка мостостроителей и потребовал от управляющей компании обеспечить нормативное состояние в их многоквартирных домах. Как прошла встреча и каких проблем еще с лихвой хватает у населения, узнавал наш корреспондент. У меня проблема с 2005 года. Над моей квартирой происходит течь. Не в виде воды, а в виде смолы. Вот я собираю эту смолу. Капает по всей квартире. С таким потоплением приходится уживаться не только Татьяне Ивановне, но и ее соседям по третьему этажу. Все они жители дома номер 43 по улице Мостостроителей. Многочисленные проверки показали, смолой течет кровля. Но толку от проверок нет, как и от обращений в разные инстанции. Кругом отписки, а помочь так никто и не может, уверяет пенсионерка. Во все организации, которые существуют в Ульяновской области, и в ЖКХ, и везде-везде одни отписки. Смола так и капает. Никто мне не может помочь. Проверяли несколько раз. Это допущена ошибка при строительстве дома. В надежде быть услышанной, женщина решила озвучить свою проблему Сергею Морозову, который приехал на встречу с жителями района. Как оказалось, вопросы губернатору возникли не только у нее. Перебивая друг друга, почти каждый хотел высказаться о наболевшем. Одна из главных проблем – благоустройство. Жители платят деньги, а результаты не видят. Ни детских площадок, ни нормальных тротуаров. А в темное время суток кругом сплошные улицы разбитых фонарей. Не поселок, а гетто звучит из толпы. Территориально поселок делится на две части. Вот большая часть, где основное количество жителей живет, и есть небольшая часть, которая вот с правой стороны, как подъезжаешь с улицы Краснопролетарская. Там, к сожалению, сделать практически ничего не удается без участия руководителей города. По уличному освещению, значит, когда я увижу реально, так сказать, там толпы фонари, есть у нас фонари поселке, работают. Просто нужны Сергей Иванович, лампочки. Полностью ревизию проведем. Все. В течение недели. Все опоры, где есть светильники, будут гореть в течение недели. Там, где нет светильников на опору, конечно, нужно составить будет смету, здесь провод посчитать нужно. Будем
конечно, вот через неделю готовы дать информацию. Это? Деньги жителей как в трубу и по части ЖКХ. Завышенные тарифы, а по факту ни тепла, ни ремонта в домах. Но больше всего жителей возмущает хамское отношение со стороны управляющих компаний. Я дам сегодня поручение с завтрашнего дня. Вот Сорокин здесь тоже стоит, вот руководитель жилищной инспекции, чтобы здесь разобрались и с тарифами, и, я надеюсь, вот министр здесь пройдет и посмотрит тепловые контуры всех зданий. И вот таких бараков, прошу прощения, что мы их так называем, да, и вот этих многоэтажных домов. Естественно, к сожалению, мы не можем сейчас констатировать, что в каждом доме есть человек, который берет на себя ответственность представлять интересы жильцов в общении с той же управляющей компанией, ну, либо с контролирующими органами. Еще одна проблемная точка – транспорт. Единственная здесь маршрутка номер 72 не соблюдает график, а сама схема из ряда вон. Жители устали переплачивать за 2 километра пути. Население предложили убрать частника и пустить через мостостроителей государственный транспорт. Мы можем вам пустить сюда автобус. Да. Но при условии тогда, так сказать, о том, что мы разорвем отношения с этим перевозчиком, чтобы вы потом нам не писали жалобу о том, что куда делся наш любимый перевозчик, а вы тут и запустили нам автобусы. Губернатор дал поручение решить вопрос и по социальной аптеке в районе. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. В продолжение социальной темы. Скоро в Ульяновске появится еще одна школа. Но это будет не новая, а хорошо забытая старая под номером 43. Заброшенным объектом на улице Севастопольской уже занялись представители региональной власти. Когда начнется ремонт и зачем нужен единый образовательный центр, расскажет Виктория Черкова. Здание восстановить, территорию облагородить. Школа номер 43 в Затвияжском районе скоро преобразится. Сейчас здание на Севастопольской больше напоминает руины, нежели объект, пригодный для образования детей. Горы мусора, выбитые окна, провалившиеся полы и разрушенное крыльцо. Школу можно смело использовать в качестве локации для фильма про постапокалипсис. Но учреждение еще послужит ульяновским детям. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. Губернатор Сергей Морозов выехал на место, чтобы ознакомиться с планом грядущих работ. Суммы обговорили с чиновниками. Где-то 30-40 миллионов рублей для того, чтобы, так сказать, было не только суперкомфортно внутри школы, вокруг школы, но и микрорайон. После ремонта 43-я школа объединится с 34-й гимназией. Это необходимо для создания центра цифрового, гуманитарного и инженерного образования. Направление разделят. В гимназии будут готовить к творческой деятельности, а в школе растить технарей. То есть на базе этого вот учреждения будут открыты учебные классы с мягкой предпрофилизации с 5 по 8 класс и предпрофильной подготовки 9, и уже профильная подготовка – это 10 и 11 классы. Школа номер 43 рассчитана на 600 детей. Ремонт учреждений запланирован на 2020-2021 годы. Сначала заменят крышу, окна, двери и реставрируют парадную. Также заново проведут отопление. В ремонт коммуникаций будет вложено 24 миллиона рублей. В улице, которые находятся рядом, тоже вдохнут новую жизнь. Преображение коснется территории Севастопольской, Стасова, Рябикова и Богдана Хмельницкого. Виктория Черкова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. И еще о благоустройстве Ульяновска. Городские службы, начиная с середины недели, начали спиливать голубые ели на эспланаде от Соборной площади до Минцентра. Работы начались утром в среду. Что станет с эспланадой в будущем, расскажет Павел Половов. Городские службы, начиная с сегодняшнего дня, будут спиливать голубые ели на эспланаде от Соборной площади до Мемцентра. Специалисты уверяют, срок жизни деревьев истек. В природе они живут дольше, но здесь, на высоком Волжском берегу, для елей слишком много солнца и ветра. Однако переживать не стоит. Деревья заменят на точно такие же, но помоложе. Саженцы высотой 4-5 метров привезут из питомников Казани. Кстати, пересаживать хвойные растения такой величины возможно только зимой. Ком земли будет ориентировочно метр-метр 20. Будут копаться ямы 2х2, полная замена земли. И частично будем смещать их по месту расположения на 5 метров вперед, для того, чтобы была лучше приживаемость. Та почва, которая есть под этими елями, она истощена этими деревьями, которые росли. Ком земли, который будет закрывать корни саженцев, должен быть заморожен. Работы рекомендуется вести при атмосферной температуре минус 15 градусов Цельсия. Всего будет снесена 21 ель. Замена деревьев происходит в рамках подготовки к празднованию 150-летия Владимира Ильича Ленина. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.
К теме образования. Региональные соревнования WorldSkills Russia 2019 «Молодые профессионалы по рабочим профессиям» проходят с 25 по 30 ноября на базе СУЗов и социальных партнеров. Всего участниками станут около 300 человек. На открытии побывала наша съемочная группа. В Ульяновской области стартовал 8-й региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2019. В межрегиональном центре компетенции собрались около 300 участников, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Открытие чемпионата прошло 25 ноября. Актовый зал на центральной площадке соревнований в межрегиональном центре компетенций вместил в себя более 500 человек, участников и экспертов. Гостей развлекали студенты Ульяновского авиационного колледжа своими лучшими танцевальными и вокальными номерами. А в заключении мероприятия официальные лица выступили с напутственными словами. Россия вступила в движение еще в 2012 году. На сегодняшний день уже 85 субъектов Российской Федерации находятся в движении. Действительно, популярность движения растет с каждым днем и набирает обороты. Хотелось бы заметить, что влияние на институты профессионального образования растут и усиливаются. Соревнования пройдут с 25 по 30 ноября на базе СУЗов и социальных партнеров. Среди ребят-участников эксперты определят лучших по 26 рабочим профессиям. Среди них веб-дизайн, разработка, дошкольное воспитание, кондитерское дело, сварочные технологии, обслуживание авиационной техники, кузовной ремонт, окраска автомобиля и другие. В основном мы готовились примерно где-то больше года, полтора года. Сначала теорию проходили, узнавали про модули, это читали, знавали, а потом вот на практике проходили каждый модуль по... Ну, сколько получалось, сколько мы могли, сколько времени было, готовились. В этом году впервые в рамках регионального соревнования состоится чемпионат «Навыки мудрых». Возраст участников от 50 лет и старше. Соревнования планируется провести с 30 ноября по 1 декабря по двум компетенциям – поварское дело и медицинский и социальный уход. Уровень ежегодно растет в связи с тем, что мы приобретаем на площадке более современное оборудование, оснащение этого требует и инфраструктурные листы. Ежегодно вносятся изменения по части применения материалов, оборудования, которое используется на чемпионате. И ежегодно, конечно же, требуется некоторое обновление на самих площадках. В движении WorldSkills Russia Ульяновская область участвует по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2013 года. Победители региональных этапов отправятся на национальный чемпионат профмастерства, где будут защищать честь региона уже в следующем году. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. Ненадолго вернемся к официальным новостям. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия», в котором приняли участие ульяновские делегаты, включая и нашу съемочную группу. На съезде дали старт подготовке к избирательной кампании 2021 года в Государственную Думу. Кроме этого, премьер-министр Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду губернаторов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов. 19-й съезд партии «Единой России» начался с совместного заседания Генерального и Высшего совета партии. Перед его началом председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду губернаторов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов. Среди 16 новых партийцев и ульяновец, председатель областной ассоциации ТОСов Владимир Сидоров. Я вижу усиление сейчас нашей работы, потому что как я занимался общественной работой, так и заниматься буду. Развитие гражданского общества, помощь также нуждающимся. Все то же самое, только я считаю, что я сейчас буду еще более, с более таким энтузиазмом будем делать. Потому что ведь объединение, всегда говорил, что ТОС – это объединение, ассоциация – объединение. А партия «Единая Россия» – это тоже определенное объединение, благодаря которой можно изменить жизнь к лучшему. На совместном заседании представили направление работы 6 рабочих групп Генерального совета партии. Они займутся перспективными задачами развития страны. Кульминацией партийного дня стало пленарное заседание. Оно началось с выступления президента России Владимира Путина. Глава страны поблагодарил участников съезда и членов партии за содержательную и деятельную поддержку. «Единая Россия – крупнейшая ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины. На сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи. Не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах.
но крайне необходимы для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу. Президент назвал «Единую Россию» правящей партией. По словам главы государства, задача заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить гражданам России. «Единая Россия» должна стать партией лидеров и реальным социальным лифтом. То, что сегодня сказал президент, говоря уже о активной стадии реализации национальных проектов, вот какое-то такое, знаете, ощущение нового глотка воздуха, ощущение новой такой вот силы, духа, который помогал нашим предкам стоять под Москвой и переломить хребет немецко-фашистским войскам. Вот так и сейчас. Я вот сейчас со многими общался коллегами из разных регионов Российской Федерации, и у всех вот такое ощущение какого-то подъема, хорошего, человеческого подъема, потому что президент сказал простые слова о том, что надо жить для людей, надо жить ради людей, надо жить ради нашей замечательной страны. На площадках съезда представители ульяновской делегации провели ряд встреч с федеральными министрами. Почти 500 миллионов рублей будет направлено на ремонт областного театра кукол, школьных спортивных залов и спортклубов и на восстановление школы номер 43 в Засвияжском районе. Это в полном смысле соответствует словам Дмитрия Медведева о том, что «Единая Россия» берет полную ответственность за историческую судьбу страны. Впереди участие в избирательной кампании следующего года и подготовка к выборам в Государственную Думу в 2021 году. Дмитрий Медведев отметил, что партия должна быть честна с избирателями. Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии «Единая Россия», я имею в виду их, естественно, скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Вот там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше. Партия выдвинула кандидатов на губернаторских выборах, там, где выдвинула, и все они одержали уверенную победу. То же произошло и на выборах других уровней. Поэтому считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Лидер партии обозначил несколько направлений работы. Дмитрий Медведев лично возглавит комиссию по подготовке новой партийной программы «Единой России». Улучшится работа общественных приемных. Молодая гвардия станет функционировать по модели проектного офиса. А правозащитная деятельность станет одним из главных направлений деятельности партии. Появится правозащитный центр. У нас в той или иной степени работают данные центры в виде бесплатных юридических приемных и юридических консультаций на базе общественных приемных партий. Но сейчас мы, безусловно, на базе главной приемной Дмитрия Анатольевича Медведева сделаем настоящий правозащитный центр, где будут работать адвокаты Ульяновской области, где будут работать юристы Ульяновской области, где будут работать вплоть до нотариусов, да, Ульяновской области и, конечно, депутатский корпус. Василий Гвоздев отметил, что с начала следующего года правозащитный центр должен начать работу в Ульяновской области. Партийцы будут контролировать выполнение принятых съездом решений партии. Абсолютно на всех уровнях, от муниципального до федерального. Я думаю, что партия «Единая Россия», как и в городе Димитровграде, так и в Ульяновской области, так и во всей России, берет на себя обязательства, те обязательства, которые они должны выполнить будут. И за это их конкретно спрашивать. На заключение съезда произошло кадровое обновление руководящих органов партии. Завершился 19-й съезд партии «Единая Россия». На нем было принято несколько важных решений. Партия начала свою подготовку к выборам в Государственную Думу 2021 года. Был создан правозащитный центр партии. Обновлена работа общественных приемных. Делегаты разъехались по регионам, чтобы воплощать решения съезда партии в жизнь. Данил Ноздряков, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ, Москва. Планы по привлечению инвестиций на 2020 год обсудили на прошедшем в начале недели совещании по финансово-экономическим вопросам. В планах строительство заводов и трудоустройство сотни ульяновцев. Также подвели итоги года уходящего. Чем пополнится промзона Ульяновска, расскажет Виктория Черкова. Мероприятие открыл губернатор Сергей Морозов. Ульяновской области больше предприятий, а населению денег. Глава региона рассказал, как можно развить местную экономику. Мы же видим о том, что там упаковка, другие вещи, так сказать, не нашего ульяновского производства. Ну не может быть этого. Если мы сюда вкладываем деньги, вкладываем интеллектуальные и административные ресурсы, коллеги, ну мы должны все здесь постараться в Ульяновской области, всю цепочку.
этой добавленной стоимости производителей. В этом году корпорация развития заключила 12 соглашений на 14 миллиардов инвестиций. В их числе фабрика «Марс». Компания расширила производство. Теперь в Ульяновске выпускают шоколадные батончики. В Димитровграде появилось предприятие «Полесье», на котором делают пластмассовые игрушки. Также в регион инвестировал банк «Открытие». На улице Октябрьской появился большой операционный центр. Станкостроительные предприятия ожидают пополнения. На УЗТС скоро откроется цех железнодорожной техники. Региональная промышленность будет расти и дальше. На 2020 год запланировано открытие новых фабрик и заводов. Это стекольный завод, с которым мы завершаем переговоры и рассчитываем, что в начале года будет подписано соглашение, большой проект, несколько миллиардов рублей по строительству стекольного завода. Это строительное стекло и стекло там специальное. Вот. Это проект по производству лекарственных средств британской и индийской компании, соответственно, тоже более миллиарда рублей, которые на промышленной зоне Заволжья планируется реализовать. Вот это самые крупные проекты. Также в регионе появится турецкая текстильная фабрика и несколько автопромышленных корпусов. Планируется строительство индустриальных парков в Индии и Димитровграде. Вместе с производствами появятся и сотни рабочих мест для ульяновцев. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Управды ТВ. Продолжая экономическую тему, Ульяновская городская дума приняла муниципальный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Он получился бездефицитным и социально ориентированным. Подробности в материале Натальи Чумаченко. Соцсфера, ЖКХ и благоустройство – главные статьи расхода городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Деньги на эти направления выделены немалые благодаря поддержке губернатора и фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Ульяновской области. Так, объем доходов бюджета города в следующем году прогнозируется в размере более 11 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые поступления составят свыше 5 миллиардов рублей, субсидии и субвенции – более 6 миллиардов. Огромная работа, огромное количество консультаций. Мы изначально понимали, что больше половины доходной части бюджета – это средства из регионального бюджета. И, конечно, мы очень много встреч и консультаций провели с нашими коллегами фракции законодательном собрании «Единой России». И при поддержке губернатора мы сегодня видим, удалось доходную часть бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом прошлого года увеличить более чем на 2 миллиарда рублей. Бездефицитный и социально ориентированный бюджет. Планируется, что в 2020 году из городской казны будут наращивать финансирование соцнаправлений. Так, в первую очередь, расширят меры поддержки по соцпрограммам. Из 11 миллиардов, более 11 миллиардов бюджета, порядка 60% – это те деньги, которые будут направлены на развитие социальной сферы. И, конечно, здесь мы отмечаем важные моменты. Это и меры социальной поддержки. Вот уже к 40 приближается количество мер социальной поддержки, которые действуют на территории города, которые этим консолидированным бюджетом федеральным, региональным и городским будут обеспечены. В проекте бюджета на финансирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов заложена сумма 80 миллионов рублей. Однако профильный комитет в ходе обсуждения увеличил сумму до 100 миллионов. Кроме этого, средства будут выделены на благоустройство общественных пространств не только в центральной части города, но и в микрорайонах. Также должное внимание уделят развитию ТОСов. Конечно же, территориальное общественное самоуправление должны подойти к этому делу очень серьезно и профессионально. Хотя они сегодня активно жизненную ситуацию проявляют. И они понимают сегодня, что через территориальное общественное управление можно развивать дворы, площадки, парки, скверы. По исполнению бюджета 2020 года в Ульяновске будет установлено не менее 60 детских и 100 спортивных площадок. 13 школ отремонтируют, а еще в 22 благоустроят дворы. Кроме этого, начнется замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования. Из основных и, я думаю, наиболее важных, это то, что в этом году планируем завершить программу замены оконных блоков во всех детских садах города Ульяновска и уже в следующем году перейти на замену оконных блоков в центрах дополнительного образования, в спортивных учреждениях.
Отдельной строкой в горбюджете предусмотрены средства на развитие электротранспорта. Более 1 миллиарда предусмотрено на ремонт городских дорог и канализации. По программе обновления электротранспорта закупят 70 трамваев. Также деньги направят на программы помощи начинающим и молодым предпринимателям. Предполагается, что поддержку в виде субсидий получат не менее 59 субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы уже в следующем году, благодаря им в том числе, открылись новые рабочие места, а следовательно, пополнился консолидированный бюджет. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Палата справедливости и общественного контроля создана в регионе как правозащитная структура, которая ведет постоянную работу с населением. Итоги года подвели накануне на встрече с главой региона. Обсудили и планы на год следующий, в том числе и переформатирование работы. Гражданские активисты станут кадровым резервом для общественных институтов на муниципальном и региональном уровнях, а также управленческих структур. Об этом глава региона сообщил на встрече с общественниками, которая прошла в Тарелке Ульяновского государственного технического университета. Объявил такой своеобразный губернаторский призыв новых людей в органы муниципальной государственной власти. Очень хотелось бы, чтобы пришли по-настоящему неравнодушные люди. Не обязательно молодые, хотя и очень ждем молодых людей для того, чтобы в полном объеме не просто красиво говорить, а достаточно активно решать эти вопросы. Конкурс «Региональные лидеры» пройдет в период с 1 декабря по 29 февраля 2020 года. Цель – вовлечь активных общественных деятелей в решение вопросов местного значения для налаживания конструктивного диалога между властью и обществом. Такие цели и задачи преследуют ежедневно члены Палаты справедливости и общественного контроля. Целью своей работы мы ставили все-таки повышение, я, наверное, не преувеличу, если скажу, уровни счастья нашего населения. То есть, чтобы наши люди могли реализовывать свои права, все-таки получать удовольствие от жизни, а не только погрязнуть в бумагах и жалобах. Мы активно подключили к этой работе, я надеюсь, сегодня будет продолжение, такой вот заключительный этап, региональный центр мониторинга правоприменения и правового просвещения Ульяновского государственного университета. Он базируется у нас на юридическом факультете. Общественники подвели итоги работы за год. Так, члены совета активно выезжали в районы и встречались с людьми. Сельчане на сходах граждан поднимали множество проблем. Среди них лекарственное обеспечение, уличное освещение, оплата труда молодых специалистов, досуг молодежи и нехватка рабочих мест. Внимание уделялось тому, что чтобы разговорить жителей, чтобы получить именно обратную связь и узнать проблемы. И вот здесь члены совета отмечали, что люди откровенно идут на диалог. И каждый раз, когда мы работали с жителями, отмечали, что, критикуя, они предлагают свое решение проблем. Глава региона еще раз подчеркнул, что необходимо активнее вовлекать гражданское население к принятию решений по социально значимым вопросам, особенно в муниципалитетах. Это должно способствовать снижению уровня социальной напряженности и повышению уровня доверия общества к власти, в том числе благодаря внедрению в практику работы государственных органов принципов открытости. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ. Владимир Путин поставил задачу ускоренного развития цифровых технологий, а также обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Для этой цели в школах страны открываются так называемые код-классы. Сегодня в Ульяновской области насчитывается порядка 50 таких классов, в которых обучается около 700 школьников. В начале учебного года один из таких клубов открылся на базе второй школы в Старой Майне. Этим ребятам мало школьных уроков информатики. Углубиться в IT-сферу им помогает код-класс. Все тот же кабинет с компьютерами, только находиться в нем можно не один академический час, а гораздо больше, сколько душе угодно. Изучение информационных технологий идет не в рамках школьной программы, а в качестве доп. Образования. В сентябре этого года код-класс появился в Старомайнской средней школе номер 2. Целью проекта является профориентация детей в сфере IT-технологий, подготовка детей тоже в этой же сфере, в IT-технологий, а также раннюю профориентацию учащихся, начиная с 1 по 11 класс.
Мальчишки и девчонки разрабатывают сайты, интернет-страницы, пишут простые компьютерные программы. Все это развивает у детей логику, навыки конструирования и пространственного мышления. Помимо основных занятий, школьники из код-классов участвуют в федеральных акциях, например, «Час кода» или «Всероссийский IT-диктант». Как правило, занимаются с ребятами учителя физики и информатики. Данные занятия нам с ребятами очень нравятся. На них мы можем почувствовать себя профессиональными программистами. Также я увлекаюсь фото- и видеосъемкой. Поэтому в ближайшее время мы планируем создать видеофильм о нашей школьной жизни. Благодаря появлению код-классов в этом году на 30% увеличилось количество учеников, которые сдают ГИА по информатике. Учащиеся код-классов после окончания школы также успешно поступают на IT-направления в ульяновские вузы. Бонус для учителей – возможность повысить квалификацию. Открытие клубов дает педагогам бесплатный доступ к различным образовательным программам. Рената Люлова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. Продолжаем тему образования. По 15 миллионов рублей получат две ульяновские гимназии и лицей, которые вошли в список опорных школ Российской академии наук. Федеральный проект направлен на развитие кадрового и научного потенциала, подготовку одаренных детей, имеющих высокие результаты в обучении и склонности к исследовательской работе. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Наука». За одним столом директора школ, ректоры вузов и представители власти. Все собрались, чтобы подвести первые итоги и решить дальнейшую судьбу базовых школ Российской академии наук. В список опорных школ РАН вошло 108 образовательных учреждений из 32 регионов, в том числе 3 из Ульяновской области. В конце мая такой статус получили лицей номер 20, гимназия номер 1 и лингвистическая гимназия. Сразу хотел бы обратить внимание, что это не значит, что мы формируем 3 элитных школы, куда будет тяжело достучаться, и вот они так-то были элитными, давайте говорить честно, а станут суперэлитными. Нет. Каждая эта школа должна обеспечивать взаимодействие с другими школами. 1 сентября 2020 года 3 базовых школы РАН перейдут из муниципальной собственности на государственный уровень. Этот срок нам необходим для того, чтобы провести все процедуры правовые, финансовые. И мы понимаем, что это не быстрый период. Поэтому мы для себя определили вот до 1 сентября 2020 года. Эта передача влечет за собой увеличение внимания к школам, в том числе и финансового. В 2020 году каждая школа РАН получит по 10 миллионов рублей из федеральной казны. Кроме того, Российская академия наук и Министерство просвещения России будут устраивать для ульяновских школьников мастер-классы с участием знаменитых ученых. Губернатор Сергей Морозов сообщил, с 2021 года каждая школа дополнительно к федеральным деньгам получит еще по 5 миллионов рублей. Нам необходимо очень срочно с вами внести изменения в программу развития, в учебные планы, в основные и дополнительные общеобразовательные программы всех 3 образовательных организаций. Нам надо уже четко понимать, как мы обновим материально-техническую базу. Гимназия номер 1 планирует потратить деньги на оборудование сразу нескольких современных цифровых кабинетов. Учреждение делает акцент на лабораторную деятельность. Лингвистическая гимназия выбрала смешанную модель базовой школы, сделав еще больше упор на иностранные языки. Помимо углубленного изучения английского языка, новый статус даст возможность учащимся освоить китайский и испанский. Руководство гимназии заключило договоры с 2 ульяновскими вузами и ведет переговоры о сотрудничестве с институтом имени Плеханова в Москве. Помимо того, что у нас гуманитарный профиль, и социально-экономический профиль, мы вводим еще технологический профиль и, естественно, научный профиль, поскольку это востребовано, потому что мы провели анкетирование наших обучающихся и выявили наибольшие их интересы. В распределении полученных средств примут участие все участники образовательного процесса. Это педагогический состав и сами школьники, а также родительский совет. Рената Люлова, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ. К вопросам здравоохранения. В рамках региональной программы развития детского здравоохранения и национального проекта здравоохранения в детском многопрофильном стационаре в Заволжье продолжается ремонт. Параллельно закупается оборудование. О преимуществах нового томографа расскажет Рената Алиулова. Чтобы узнать диагноз, теперь не нужно ждать 30 дней. Максимум недели, результаты исследований готовы. Да и ездить на обследование в детскую областную больше не придется. В детской городской больнице номер 1 на проспекте Сурова в Заволжье с сентября работает свой компьютерный томограф. В линейке 16-срезовых аппаратов эта машина одна из лучших. Новое оборудование позволяет получать изображение с высоким качеством визуализации для широкого спектра исследований, включая кардиологические, ортопедические и органы в брюшной полости. Кроме стандартного обследования без наркоза, также имеется техническая возможность выполнить КТ
исследования под наркозом. Имеется подводка кислорода, соответствующая аппаратура установлена. Есть специалисты, подготовленные, сертифицированные анестезиологи. Седация, то есть наркоз, необходим совсем юным пациентам, которым тяжело находиться неподвижно некоторое время, чего требует процедура. По словам специалистов, выполнять КТ-исследования под наркозом могут позволить себе далеко не все частные медклиники. Традиционная процедура занимает не больше 15 минут. Расскажи, больно сейчас было вообще? Нет. Что ощущала? Ничего, просто было весело. Когда там крутилась эти сенсоры. Еще какая-то фотка у меня. Не страшно было вообще? Наоборот, весело, смешно. Специализированный кабинет заработал в стационаре больницы в сентябре. За это время обследование успели пройти 200 несовершеннолетних пациентов. Когда мы первый раз лежали с младшим ребенком, этого аппарата здесь не было. В этом году обратилась еще плюс со старшим, так как жаловалась на головные боли. И это большой плюс этой больницы, то, что появился такой аппарат. То есть нам никуда ехать не надо и сделают все на месте. С сентября этого года специалисты больницы также работают на новых УЗИ-аппаратах, один из которых экспертного класса. В декабре высокого качества будут и рентген-снимки. Автоматизированный рентген-диагностический комплекс завезли. Сейчас идет его установка и последнее обустройство кабинета. Новое оборудование в больницу закупают за счет средств нацпроекта здравоохранения. Кроме того, медучреждение участвует в 4 из 7 реализуемых в регионе федеральных проектах. А в 2017 году учреждение получило особый статус, предполагающий ежегодное дополнительное финансирование до 100 миллионов рублей из областного бюджета. Все это позволит до 2022 года поэтапно модернизировать лечебный комплекс. На сегодняшний день отремонтированы у нас не полностью, частично поликлиническое отделение номер 1, располагающееся по проспекту Вестроителей 5. Один этаж отремонтирован в поликлиническом отделении номер 2. Консультативно-диагностический центр, в котором мы сейчас находимся, в отделениях детского стационара. Ремонт продолжается в отделении физиотерапии больницы и дневном стационаре. Отделение патологии беременных в роддоме. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. К новостям из Ульяновской области. Начнем, пожалуй, с детей, ведь они, как известно, цветы жизни. Валентина Григорьева из Меликесского района знает об этом не понаслышке. Женщина уже воспитала 3 своих детей и занимается воспитанием 10 приемных. Дом полный детского смеха и счастья. Семья Григорьевых – пример для всего Меликесского района. Они достойно воспитали 3 родных детей и воспитывают 10 приемных. Однако мама Валентина считает – каждый свой, родной и очень любимый. Муж работал на севере. Дети выросли. Осталась в большом доме одна. Смотрела телевизор, увидела детей. И очень даже хотел почувствовать себя еще раз мамой. Ко дню матери Сергей Морозов наградил Валентину Петровну почетным знаком Ульяновской области «Материнская слава первой степени». А через несколько дней сам наведывался в гости посмотреть, как живет большая семья. Ребята провели для главы региона экскурсию по дому, показали, где учат уроки и играют. Друг за друга ребята горой. Валентина Петровна гордится каждым ребенком и признается, старается быть мамой во всех смыслах. Мать есть мать. Она должна и поддерживать, она должна и озаботиться, она должна и и наставлять на путь истинный, мамой быть. И мамой быть, наверное, стараться большой буквы. Подарком семье стал сертификат, благодаря которому они смогут отдохнуть в одном из пансионатов. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ. Переместимся в город атомщиков. Димитровградцы Александр Андреев и Анна Арапова вошли в тройку лидеров национального чемпионата среди людей с инвалидностью Обилимпикс. Ульяновскую область представляли 20 человек. В финале приняли участие 1800 человек из различных регионов страны. Наши ребята соревновались по 62 компетенциям в различных сферах деятельности. По итогам финального отбора серебряным призером в категории студенты стал учащийся Димитровградского технического колледжа Александр Андреев по компетенции «слесарное дело». Готовил юношу к чемпионату мастер производственного обучения Александр Веряскин. Задание было, я считаю, очень сложным. Нужна была физическая выносливость. Правильно, он должен был соблюдать правильную организацию рабочего места, технику безопасности, знать все слесарно-сборочные операции. Задание для всех участников было одно – временное изготовление 4 часа.
Задание заключалось сделать флагшток. Состоялось оно из 4 этапов. Основная деталь, верхняя деталь и штоки, флажок. Александр стал 2-м на Обилимпиксе, а вот Анне Араповой удача улыбнулась в полном объеме. У девушки золото в категории специалист по компетенции бисероплетения. На выполнение задания давалось 3 часа. Участникам выдали набор одинаковых материалов. У нас было задание брошь в виде снегиря. То есть давался там красный бисер, черный бисер, стразы соответствующие там. Вот. И, соответственно, каждый вот там материалы дают общие, одинаковые у всех, а каждый свою фантазию применяет как хочет. И, соответственно, у каждого они вроде одинаковые, но все же в то же время они какие-то отличающиеся друг от друга. Критериев оценок много. Плотность прилегания бисера, отсутствие просветов, аккуратно сделанная оборотная сторона и место для крепления броши. Итог чемпионата впечатляющий. 2 участника из Димитровграда опередили почти 2000 участников со всей России. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград-24, специально для Управда ТВ. Следующий наш материал из Старомаинского района. Вопрос теплоснабжения. Благодаря реализации региональной программы модернизации теплоисточников, в этом году в Ульяновской области удалось построить и отремонтировать 72 котельных. Последняя, 73-я, будет введена в эксплуатацию уже в декабре. А пока наша съемочная группа побывала в Старомаинском районе, где вовсю работает новая модульная котельная. В чем отличие от старой, узнали наши корреспонденты. Небольшая, но энергоэффективная. В Старой Майне запустили новую модульную котельную, которая будет обслуживать районную больницу. До этого учреждение здравоохранения обслуживало старый теплоисточник с паровыми котлами. Стоимость услуги по производству тепла были для больницы запредельными. В этом году вопросами теплоснабжения Старомаинского района занялась корпорация коммунального комплекса. Летом началось строительство новой котельной. Котельная, в которой мы сейчас находимся, стоила вместе с коммуникациями, подведенными, порядка 6 миллионов рублей. Это позволило нам, ну, первое, повысить надежность системы теплоснабжения этого, значит, медицинского учреждения, а в том числе и сократить затраты на энергоносители. Современная котельная в перспективе позволит снизить стоимость услуг. Однако, по словам Сергея Носкова, разница уже видна. За несколько суток работы котельной расходы на газ снизились на 40% по сравнению с работой старой котельной. В прошлом году мы поставили по энергосервисным контрактам 5 котельных, 5 наших образовательных учреждений. В этом году мы все газовые котельные Старомаинского района перевели в режим безоператорного обслуживания. То есть наши котельные сейчас все работают от сигнала GSM-операторов. Котельная в Старой Майне стала 72-м отремонтированным в этом году объектом. До конца года в эксплуатацию ведут 73-ю. Запустим котельную в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Ведется активное строительство 2 котельных по 25 мегаватт в городе Новоульяновск. Все работы велись по программе модернизации теплоисточников Ульяновской области, инициированной губернатором Сергеем Морозовым. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Управда ТВ. Вернемся в областной центр. В середине недели в Ульяновске прошли городские соревнования по плаванию. 70 ульяновцев борются за право участия во всероссийском этапе. Но соревнования эти необычны. В чем их особенность, узнаете в материале Виктории Черковой. Спорт для сильных духом. В Ульяновске стартовали соревнования по плаванию для людей с ограниченными возможностями. 70 участников собрались в бассейне «Буревестник». После торжественного открытия пловцы приступили к состязаниям. Баттерфляй, вольный стиль и на спине. Спортсмены показали 3 вида программ. Соперников распределили по функциональным классам, то есть в одном заплыве люди со схожими параметрами здоровья. Возрастной ценз от 14 лет. На данных соревнованиях участвуют представители спорта ПОДа, спорта глухих, спорта слабослышащих и спорт ЛИН, то есть лица с интеллектуальными нарушениями. Все будут участвовать. Организовывать соревнования городской комитет по физической культуре и спорта. Чемпионаты первенства по плаванию проводятся уже 9-й раз. К слову, городские соревнования не ограничены водными видами спорта. За 9 лет программа заметно выросла и обогатилась новыми направлениями. Такие соревнования мы проводим уже по 10 видам спорта. Совершенно различные квалификации. Это плавание, это армрестлинг, это бочи, это новус, это легкая атлетика, это и греко-римская борьба. Поэтому их уже становится очень много. И в городе Ульяновске уже более 200 человек, вот таких спортсменов, профессиональных, которые уже участвуют в наших соревнованиях.
Результаты соревнований будут известны в ближайшее время. Через месяц триумфаторы продолжат свой спортивный путь на региональном этапе соревнований. Те, кто сумеет победить в областных состязаниях, отправятся на всероссийские. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ. Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события из водных видов спорта. Ульяновские ватерполисты взяли серебро на турнире в Москве. Миллиметра до золота не хватило ульяновским спортсменам на открытом турнире по водному поло World Class в Москве. Команда «Спартак» заняла почетное второе место. Организаторы соревнований – известная российская фитнес-корпорация, которая ежегодно проводит собственные соревнования по мини-водному поло и приглашает на игры любительские команды со всех субъектов страны. Приглашение поиграть на московской воде получили и ульяновцы – игроки Приволжской национальной ватерпольной ассоциации. Компанию им составили московские «Химки» – коллектив из 3-го дивизиона НВА. В данный момент у нас собралась очень хорошая ватерпольная команда любительская. Вот. И мы очень были удивлены и приятно удивлены, что узнали, в Ульяновске тоже есть хорошая ватерпольная команда любительская. Соответственно, общими усилиями решили организовать открытый турнир по мини-водному поло. Борьба хоть и в товарищеском соревновании выдалась нешуточной, а спортсменам пришлось изрядно попотеть. Первая игра между Ульяновском и Химками завершилась ничьей 5-5. Сыграли в ничью с московской командой. Достаточно сильные игроки представлены в противоположной команде. Но, однако ж, мы не спасовали. Довели игру до финала. Приятно, совершенно другая школа, есть чему поучиться, есть что посмотреть. Себя показываем. Первую игру сыграли очень здорово, я считаю, хотя после дороги устали. Во второй игре спартаковцы одержали победу над хозяевами бассейна командой World Class Лодочная со счетом 8-4. Чтобы выявить победителя, судья назначил 7-минутный овертайм между Ульяновском и Химками. Ведь у команд получилось равное количество забитых мячей по ходу игр. Победа от «Спартака» ускользнула буквально на последних секундах. Итог 2-3. Уровень команд, в принципе, был равный. Все команды были примерно плюс-минус одного и того же уровня. Вот. Игра была напряженной. Как мы видим, большинство игр решалось в последнем периоде. Счет был примерно плюс-минус равный. Москвичи поблагодарили ребят за игру и отметили. Игра с ульяновцами заставила вернуться в форму и начать усиленную подготовку к соревнованиям на зимний кубок World Class, который пройдет уже в декабре. Ульяновцы, в свою очередь, признались, на их практике соревнования в Москве стали самыми зрелищными и острыми. Именно данные матчи развивают массовый спорт, такой как водное поло, вот, и водное поло развивается. К тому же после игры президент Национальной ватерпольной ассоциации Александр Назаров поздравил ребят из «Спартака» со вторым местом и поблагодарил за старт второго сезона чемпионата Приволжской лиги НВА. А в качестве приятного бонуса пообещал предоставить ульяновским ватерполистам мячи на сезон. Дарья Судрева, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. В Ульяновске состоялось знаковое событие спортивного мира. Хоккейной «Волге» исполнилось 85 лет. Поздравить спортсменов приехал депутат Государственной Думы Владислав Третьяк. Лучшие игроки, ветераны хоккейной «Волги» вновь вышли на лед. Легендарному ульяновскому клубу исполнилось 85 лет. В «Волга-спорт-арене» прошла церемония награждения с участием главы региона и депутата Госдумы Владислава Третьяка. Титанов отечественного спорта наградили серебряными знаками отличия. Сергей Морозов поздравил собравшихся медалистов, чемпионов мира и лучших бомбардиров. Поздравить вас всех с юбилеем нашего клуба и пожелать вам всем безграничной любви и преданности русскому хоккею и нашему клубу, чтобы никогда наши замечательные дворцы, замечательные стадионы, наши трибуны не опустили. Легенда русского хоккея Владислав Третьяк присоединился к поздравлениям. Спортсменов он поблагодарил за огромный вклад в российский спорт, а ульяновских болельщиков за преданность команде. Мы благодарим всех. И особенно хотел сказать вам большое спасибо, что вы поддерживаете спорт, поддерживаете команду. Специально к торжеству под куполом арены были вывешены 12 эксклюзивных вымпелов. На них изображены свитера чемпионов мира, прославивших ульяновский хоккей. Как утверждают организаторы церемонии, подобных символов не было ни у кого. После награждения Ледовый дворец послужил по прямому назначению. На нашей площадке состоялась домашняя игра с хоккейным клубом «Динамо Казань». Поединок поволжских команд завершился счетом 2-2. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.
и о других новостях, о которых нельзя не упомянуть. В Доме музея Ленина открылась выставка под названием «Рукам работа, сердцу радость». В экспозиции представлены образцы женского рукоделия с 19 по 21 век. Также на ней есть кружева из коллекции известного художника Дмитрия Архангельского. В четверг Сергей Морозов провел заседание правительства, на котором участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся жизни региона. Среди них профессиональное образование молодежи, экологическое воспитание школьников, реализация проекта «Гаражная амнистия» и привлечение инвестиций. Это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале «Улправда ТВ». Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18:30, 20:30 и 22:30, а также на информационном портале «Улправда.ру» в 18:50. До свидания.